Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Subaru Outback. Ремонт левой стороны и замена левого лонжерона. Заднее крыло, крышка багажника, лонжерон, бампер – все это меняется. Двери имеют небольшие вмятины, их буду ремонтировать. Открываю крышку багажника, лонжерон левый согнут, корыто тоже повреждено. Итак, разбираю и снимаю все, что нужно для ремонта. Машина разобрана, начинаю ремонт. Первым делом вытягиваю лонжерон. Вырезаю окошки возле лонжерона, чтобы можно было его опустить немного вниз. Смотрите, центр лонжерона поднят вверх, а задний опущен вниз. Мне надо центр опустить, а зад, что я и делаю. Теперь лонжероны на одинаковой высоте. Вытяжку закончил. Теперь начинаю удалять поврежденные части. Первым делом удаляю заднюю панель. Я ее не буду менять, вернем ее обратно. Thank you.
Поврежденный металл удален. Теперь я разберу донорскую часть. Донорскую часть я разобрал, теперь примеряю и зачем сварю взятые с донора детали. Первым примеряю лонжерон, я скручу ее в заднем панели и устанавливаю по высоте. Но я заметил, что левый лонжерон в середину еще немного надо опустить вниз. Теперь все одинаково. Перед сварочными работами подравниваю колесную арку. Левая задняя стойка немного опущена. Надо ее приподнять. Исправляем это. Теперь эти точки на одинаковой высоте. Начинаю сварочные работы. Сначала привариваю лонжерон, затем остальные внутренние детали. Установил лонжерон на одинаковой высоте, теперь могу Внутренние части приварены. Теперь устанавливаю заднее крыло. Высота обоих крыльев должна быть одинакова. После выравниваю места соединения.
Места соединения выровнял, варил вкладки для сварки. Устанавливаю заднее крыло и затем закрепляю его. Проверяю зазоры. Здесь зазор ровный, одинаковый. Также для проверки зазоров устанавливаю заднюю крышку. Зазоры все хорошие, свариваю. Привариваю последний элемент. После этого задняя часть машины сварена. Осталось отровнять двери. Для работы буду использовать спотер. Ремонт дверей закончен. Теперь я покрашу блюдо для запаски. Работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Субарик вернулся с покрасочных работ. Собираю его.
Ну что, ремонт этого Subaru закончен. На работу ушло 11 дней. 6 дней работы с металлом и 5 дней работы маляра. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!